По сути, оба саммита подтвердили консолидированную позицию Запада в противостоянии российской агрессии. Более того, они показали, что Запад готов к долговременному противостоянию с Россией. И в этой связи главное для Украины решение, заявление, которые звучали, заявление о поддержке, о долгосрочной поддержке Украины в войне с Россией, в противостоянии с Россией. Ну, причем формулировка была очень показательная. Сколько бы война ни продолжалась, Запад будет поддерживать Украину. Это ответ Путину, потому что в России не скрывают, они поменяли стратегию и тактику войны против нашей страны, сделали ставку на затяжную войну. И в этой связи Запад, понимая все проблемы и риски, а там сейчас, ну не только там, во всем мире очень сложная экономическая ситуация, растет инфляция, и, конечно, растет социальное напряжение в связи с этим, есть политические проблемы в ряде западных стран по этой причине. Тем не менее, поддержка Украины остается одним из главных приоритетов. И на данном этапе поддержка Украины имеет беспрецедентные масштабы. Конечно, это вызвано войной, но это как раз отвечает не только украинским интересам, но и интересам Запада. Вот тут отмечу одну такую вещь. Дело ведь не в благотворительности Запада. Не в том, что западные лидеры проявляют некое благородство и по каким-то гуманитарным соображениям помогают Украине. Нет, здесь работают и политические интересы. На Западе, слава богу, в отличие от 2014-2015 годов, прекрасно понимают, если сейчас не остановить Путина в Украине, Путин пойдет дальше. Война не остановится, если капитулировать перед Путиным. Ну, Украина не собирается капитулировать, но поскольку у нас всегда много таких слухов про зраду и так далее. На Западе тоже понимают, что капитуляция – это не выход. Не для нас, тем более, да, ну и для Запада тоже. И в этой связи решение о долгосрочной поддержке Украины – это нормальная, объективная, закономерная реакция на российскую агрессию, стремление остановить Россию и военным путем, помогая Украине, и остановить экономически через масштабные санкции, через экономическое сдерживание. Здесь нет быстрого результата и не может быть быстрого результата. Но вот эта санкционная война, она все-таки ослабляет Россию. Не сразу, тут нет немедленного эффекта, но постепенно эффект ослабления будет проявляться, он уже, собственно, проявляется, и думаю, что это будет усиливаться. Поэтому мир вступил, по сути, в новую холодную войну. Этот термин не всем нравится, особенно на Западе, но на сегодня, да, есть вот это противостояние и военное противостояние на нашей территории, противостояние политическое, и я бы даже сказал, идеологическое противостояние в том числе. Вот тут отмечу один интересный момент. У меня в свое время, еще в 2014 году, в конце 2014 года, была дискуссия с известным британским экспертом, он и военный, и политический эксперт, известный в Украине, он и у нас публикуется, Джеймс Шер. Вот я тогда был последний раз, в декабре 2014 года, последний раз был на конференции, ее организовал один из немецких фондов в Санкт-Петербурге. Это последняя моя была поездка в Россию. У меня на этой пресс-конференции, конечно, была тяжелая ситуация, ну, постоянное противостояние с российскими участниками. Хотя там было много западных гостей. Я вот там познакомился с латвийским дипломатом Юрисом Пойкенсом. Он тогда работал в России, а потом стал послом Латвии в Украине. Сейчас в Польше посол. Так вот, я тогда сказал, что начинается после захвата России и Крыма, по сути, начинается новая холодная война. Мне Джеймс Шер сказал, нет, никакой холодной войны. Это, кстати, очень популярная позиция была на Западе. Отчасти она остается сейчас. И главный аргумент, который он привел, нет же идеологического противостояния. В
ту холодную войну была идеологическая борьба между капитализмом и социализмом, между двумя противоположными и экономическими, и политическими системами. А сейчас мы видим, это идеологическая борьба в том числе, борьба разных систем ценностей. Одна система ценностей демократическая, вторая система ценностей основана на силе и праве сильных диктовать свою волю остальным. Потому что доктрина суверенитета, которую продвигает Путин, на самом деле это доктрина очень авторитарная. Он пытается перенести авторитарные правила, авторитарные ценности в систему международных отношений. Суть в том, что право, полные права, полный суверенитет имеют только лишь крупные государства. Ну, так называемые великие государства, обладающие ядерным оружием. Все остальные полным суверенитетом не обладают и должны подчиняться вот этим крупным государствам. Вот позиция России. И, естественно, это противоречит той системе международных отношений, которая была создана после Второй мировой войны, противоречит демократическим принципам, противоречит международному праву. Но вот Путин исповедует эту систему. Поэтому сейчас, я думаю, есть основания говорить и о идеологической борьбе, о идеологическом противостоянии Запада и России. Ну, тут и Китай тоже, на самом деле, противостоит Западу. Поэтому действительно сейчас мы видим уже полноценную новую холодную войну, противостояние и военное, но локальное, вот в данном случае на уровне нашей страны, противостояние политическое, экономическое, идеологическое. И то, что на саммитах Большой Семерки и НАТО это было подтверждено и заявлено о том, что надо готовиться к этому противостоянию, не просто готовиться, а надо перестраивать коллективную работу Запада для этого противостояния. В частности, вот на саммите НАТО были приняты принципиально важные решения о том, что фактически Североатлантический альянс возвращается к изначальной модели своей работы как оборонного альянса. После 1991 года было много дискуссий, что все, НАТО потеряло цель своего существования. Мол, все, нет противника такого, как Советский Союз. А сейчас есть противник, которому надо противостоять. И принято решение и об увеличении оборонных бюджетов. Трамп этого добивался, ну, чтобы не только американцы платили за НАТО. Ну а теперь все понимают, надо увеличивать расходы на оборону. Другого выхода нет. И это, кстати, очень важно для нас, потому что мы можем сейчас присоединяться вот к этим оборонным затратам и договариваться о том, чтобы часть оборонных затрат, а также решение, которое тоже было принято на этом саммите, перевооружение ряда стран НАТО, чтобы вот в рамках этих процессов мы получали свою квоту, чтобы мы могли закладывать наши оборонные потребности в оборонное производство у ряда наших партнеров. Ну, в первую очередь, США, Великобритания. Думаю, что можно сейчас договариваться и с немцами, и с рядом европейских стран, у которых сильная оборонная промышленность. Это крайне важно для нас, потому что мы тоже начали перевооружение. Сама жизнь нас заставила переходить на образцы и вооружение НАТО. А уже мы переходим стихийно, опять-таки жизнь заставила, от советского вооружения к вооружению натовскому. И поэтому для нас это тоже шанс в процессе перевооружения стран НАТО, мы можем получить дополнительные объемы натовского оружия, что, конечно, крайне важно для укрепления нашего оборонного потенциала и для изменения ситуации на фронтах.